8:20 утра, с вами Юрич. Я вот решил сбежать от духоты, от жары буквально на полчасика на речку, ну и сделать стрим. Благо ветер не сильный, ну и надо взглянуть на берег Амура вблизи. Ну тут, конечно, как всегда, стекла новые, все это срать. Как бы, ну это вот яхт-клуб, много раз показывал. Не знаю, удастся ли мне полностью своять фильм. Опять пилят, без этого не могут, чтобы что-то не пилить. Был тут кабак, его разломали. Ты смотри, уже... А, это вот ресторан, да, опять. Они... Ресторан не работает, но производится его ремонт. Вот видите, забито лодками. Ну, лодок яхтра явно меньше стало, потому что ценник тут просто конский за стоянку. И плюс этот крендель хочет скупить территорию лодочную. Губу раскатал. Ладно, едем туда, на мыс, там посмотрим.